Екатерина Алексеевна! Что, не узнаете? Впрочем, вы тоже изменились. Фурцева, Екатерина Алексеевна. А мы, между прочим, крылья Родины. Кать! Первый секретарь горкома Фурцева слушает. Есть тебе эта командная жилка. Далеко пойдешь. Я жить без тебя не могу. Я тебя самый знаменитый летчицы на весь СССР сделаю. Ура! Вот Петров влюбился, это точно. Она карьеристка, она вот она такая. Вот скажи, кем бы ты был, если бы не советская власть? Одно не могу понять. Кто именно меня донес? Я ответил за свои преступления по всей строгости закона. Что я должна была по-твоему делать? Молчать? Молчать! Молочага, такие кадры нам нужны. Муж не может поцеловать жену-студентку. А секретаря комитета комсомола института нет. Екатерина Фурцева! Такой женой можно гордиться. Жить трудно. Разлюбить такую женщину нельзя. Не всем же руководить, как тебе. Я ухожу, Кать, к другой женщине. Мне вообще ни чуточки не больно. Мне больно, тебе больно. За эти 32 года вселяют в нас чувство гордости. Хорошо говорит. Из всех зарубежных подворотен. Кто такая? Фурцева. Вы думаете, он может меня позвать в аппарат горкома? Думаю, такое предложение очень скоро вам поступит.